Привет, дорогой зритель. Не буду затягивать. Подписывайтесь. Итак, приступаем к просмотру горячей новости. Топим. Несколько градусов Цельсия отделяют Европу от отключения электроэнергии. Издание Bloomberg заявило, что в настоящий момент всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключения электроэнергии. По его словам, проблема заключается в том, что сейчас энергетические рынки находятся в напряжении. Несколько безветренных дней или несколько градусов по Цельсию отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии для того, чтобы пережить грядущую зиму, отметил Блас. Он уточнил, сейчас цены на энергоносители остаются на очень высоком уровне, растет стоимость субсидий, континент находится во власти погоды, а компании говорят о риске деиндустриализации. На этом все, друзья. Следите за новостями на канале. До новых встреч!